рассчитывать на него по государственному, по большому счету. Но надеюсь на другие аналогии в этом случае. Итак, Евгений Крылов на брусьях. Ну, все-таки очень сложные очень элементы, они выполняют сейчас на брусьях. И я вчера разговаривал с Кирдивелиди Валерией Панайотовичем. Я говорю, объясни мне, пожалуйста, Валера. Мы с ним уже, не знаю, лет по 20 вместе работали в качестве судей на международных больших соревнованиях. Ну, сейчас он продолжает, а я вот уже рядом с Денисом. Я говорю, объясни мне, почему брусья и кольца никак российские гимнасты не могут выиграть? Ну, в прошлый раз он такой вообще не лишен юмора парень. Говорит, ну, на кольцах он мне сказал, питание у нас, мол, не такое. Ну, ладно, я говорю, я погасим этот разговор. Объясни мне, чего не хватает на брусьях? Что знаний тренерских, снарядов, тренировочных всяких там тренажеров, вернее. Ну, все есть. Ну, руки разводят. Не только я это представляю. Какой уровень исполнения должен быть, чтобы претендовать на золотую медаль? Пока нет такого гимнаста. Может быть, даже по набору элементов он есть. По трудности, но по исполнению я не вижу. И ты не видишь, потому что мы все-таки успеваем наблюдать за мировой гимнастикой. И успеваем наблюдать за оценкой у Евгения Крылова. Она... 9 баллов. 9 и 1. Ну, тоже не шикарно.